Здравствуйте, дорогие зрители, все, кто интересуется получением качественной и, самое главное, экологически безопасной сельскохозяйственной продукции. Меня зовут Маслак Диана Викторовна, я являюсь сотрудником Белорусского государственного университета, биологического факультета, и уже очень много лет я занимаюсь разработкой биологических препаратов для растениеводства. Сегодня я хотела бы поговорить с вами о сенной палочке. Это бактерии, которые в микробиологии по-научному называются Bacillus subtilis. И благодаря своим свойствам они являются очень интересным объектом биотехнологии при создании биологических препаратов. Дело в том, что они благодаря своим ферментативным системам могут использовать различные субстраты в качестве источника питания. Они живут в очень большом диапазоне температур. Благодаря способности образовывать споры, они могут переносить неблагоприятные условия. Кроме того, среди вида Bacillus subtilis еще не обнаружено ни одного опасного для человека или животных штамма. Благодаря вот этим своим свойствам, бактерии Bacillus subtilis, лисяная палочка, распространены повсеместно. Их можно выделить из воздуха, из воды, из почвы, из организма человека и животных, из корневой зоны растений, из надземной части растений. Чем же они так заинтересовали именно биотехнологов? Дело в том, что Bacillus subtilis, вид Bacillus subtilis, представители этого вида синтезируют очень большое количество антибиотиков. Разные штаммы этого вида синтезируют очень большое количество антибиотиков. Еще лет 10 назад было описано более 70 антибиотических веществ, характерных для этого вида. Причем там один штамм микроорганизмов способен синтезировать несколько антибиотиков с разной антибиотической активностью, активных и в отношении грамотрицательных, грамположительных бактерий, в отношении грибов. В связи с этим именно этот объект стал широко востребован при создании препаратов, причем и для препаратов, которые используются в растениеводстве, и препараты, которые используются в медицине, в животноводстве. Многие бактерии Bacillus subtilis, они, кроме того, что синтезируют антибиотические вещества, они могут еще стимулировать рост растений. Поэтому целая линейка препаратов в разных странах создается для защиты растений именно на основе бактерий Bacillus subtilis. В своей речи я несколько раз уже упомянула такое понятие, как штамм микроорганизмов. Это понятие, которыми пользуются микробиологи, биотехнологи. Это бактерии, генетически однородные бактерии, раньше говорили бактерии одного вида, выделенные из одного источника в одно время. У каждого вида бактерий существует очень много штаммов, которые выделяют ученые из разных источников. И эти все штаммы будут отличаться друг от друга по своим свойствам, по набору антибиотиков, которые они синтезируют, по каким-то температурам, в которых они могут расти, по ферментам, которые синтезируют. Ну и в зависимости от цели исследования, на основе разных штаммов будут создаваться разные препараты, у которых будет и разный спектр активности, да и сфера применения будет разная. То есть это будут либо препараты для медицины, либо препараты для сельского хозяйства. В нашей лаборатории уже довольно давно был выделен штамм Bacillus subtilis КМБУ-343, который стал основой препарата Бактоген. Это высокоактивный штамм, который синтезирует антибиотики с очень широким спектром своей активности, которые активны и в отношении грибов, и в отношении широкого круга бактерий. И поскольку выделен этот штамм был из корневой зоны растений, из корневой зоны томатов когда-то, то в основном спектр антибиотической активности этого штамма он направлен на действие против фитопатогенных бактерий и грибов.
Какой же принцип действия, в принципе, биопрепаратов и, в частности, биопрепаратов на основе сенной палочки? Дело в том, что предполагается, что этими микроорганизмами заселяется корневая зона растений и надземная часть или филосфера растений. И бактерии какое-то время живут, заселяют, размножаются в корневой или наземной части растения, живут и синтезируют там свои вещества, антибиотические вещества. И в процессе жизнедеятельности они конкурируют с всевозможными фитопатогенными микроорганизмами, которые могут вызывать болезни растений. И, соответственно, обычно технология применения биопрепаратов, она связана именно с тем, что на разных этапах, на ключевых этапах развития растений происходит заселение или поддержание численности микроорганизмов в зоне, где живет растение. Начинается оно еще с прорастания семян. В большинстве препаратов, и в том числе в бактогене и в других препаратах на основе сенной палочки и других микроорганизмов, предлагается сначала замачивать семена, естественно, если эти семена не протравлены и не находятся в капсуле из удобрений. Это первый этап заселения как бы растения микроорганизмами. Потом происходит обработка бактериями, суспензией бактерий растения перед пикировкой и перед и после пикировки, обычно за 3 дня и через 3 дня после пикировки. А затем уже происходит обработка, возможно, наземной части растения или подлив растения в зависимости от препарата, уже в процессе вегетации. Чаще всего рекомендуется, если это листовые обработки, то при первых признаках появления заболевания, это опрыскивание рабочими растворами препарата на основе сенной палочки, с последующим повторением этих обработок через где-то 2 недели. Вот. Но в принципе не обязательно ждать первых появлений, как бы первых признаков возникновения инфекции. Можно и профилактически, если у вас есть возможность, проводить опрыскивание растений суспензией Bacillus subtilis, и, возможно, этих признаков заболевания не возникнет. Существует очень много вопросов по поводу того, можно ли получить самостоятельно препарат сенной палочки. Есть такой метод в микробиологии, этот метод называется получение накопительной культуры, когда какая-то солома помещается в жидкость, кипятится для того, чтобы уничтожить все другие микроорганизмы, а потом в этом растворе с соломой или с сеном остаются только споровые формы бактерий, которые начинают размножаться после того, как температура жидкости упадет там, до благоприятных каких-то параметров ниже 40 градусов. Но необходимо отметить, что получение накопительной культуры – это только первый этап работы микробиологов. Потом из этой накопительной культуры выделяются многочисленные споровые формы бактерий, и из них уже дальше выделяются штаммы Bacillus subtilis, которые в дальнейшем исследуются на то, какими свойствами эти штаммы обладают. Проведя только первый этап, вот этот вот получение накопительной культуры, вы действительно получите жидкость, обогащенную бактериями Bacillus subtilis. Но назвать то, что вы получите биопрепаратом, нельзя. От любого препарата, бактогена, бактофила, препарата любого производителя, он будет отличаться по нескольким параметрам. Во-первых, таким способом вы выделите и получите накопительную культуру любых споровых бактерий, которые в этот момент находились на поверхности растений. Во-вторых, вы таким образом не получите такого же титра бактерий, какой бывает в промышленных препаратах, полученных в заводских условиях. То есть количество бактерий в каждом миллилитре жидкости будет значительно ниже, чем в обычном препарате. Ну и, наконец, никто не знает, какими именно свойствами будут обладать те Bacillus subtilis, которые будут содержаться в этом растворе. Я уже говорила раньше, что
в основу каждого биологического препарата входят наиболее активные штаммы бактерий. Их отбирают из десятка выделенных штаммов Bacillus subtilis, которые проходят очень длительный отбор. Иногда этот отбор занимает там 3 года, пока изучаются свойства, и в препарат попадают самые-самые активные, самые-самые безопасные, самые-самые хорошо размножающиеся штаммы. Никто не дает гарантии, что с первого попавшегося клочка соломы можно будет выделить что-то даже близко соответствующее таким же свойствам. Но то, что вы получите, оно, в принципе, вот эта вот накопительная культура с Bacillus subtilis, ее действительно можно будет использовать для того, чтобы обогатить почву около там, растений сенной палочкой. То есть, ничего плохого в этом не будет. И, наверное, по каким-то свойствам его можно будет сопоставить с какими-то удобрениями, которые люди на своих участках делают там, из зеленой части растений или еще из чего-то. Но использовать такую настойку, такую накопительную культуру для лечения заболеваний или для предотвращения развития заболеваний, я думаю, не стоит. Это то, что касается именно получения своего препарата из сенной палочки. Еще есть мнение, что обогатить почву около растения, обогатить корневую зону растений сенной палочкой можно при помощи мульчирования травой, или свежей, или подсушенной травой. Но действительно, мульчирование – это очень хороший агротехнический прием. Он позволяет сохранить в районе корневой зоны растения влагу, увеличить количество там, дождевых червей, которые находятся в почве в районе вот этой корневой системы. А там, где есть дождевые черви, там лучше происходит аэрация корневой системы. Но тут есть такой момент. Дело в том, что когда мы мульчируем почву травой, то на траве начинают развиваться микроорганизмы-деструкторы в основном, которые призваны переработать эту траву, разрушить полимеры, которые находятся в траве, и обогатить почву питательными веществами, собственно говоря, из травы. Это процесс образования гумуса, естественный процесс. И спускается он микроорганизмами, которые есть и на поверхности травы, и попадают на мульчу из почвы. В том числе там будет и Bacillus subtilis, но будет куча других микроорганизмов. В финальной стадии вот этой вот переработки травы это будет развитие актиномицетов, которые, собственно говоря, и придают вот этой вот траве, если вы потрогаете свежий запах почвы. Это признак того, что развились актиномицеты. Это хороший процесс. Питательные вещества из травы поступили в почву. Там микрофлора в почве обогатилась кучей новых микроорганизмов, но не обязательно это будет обогащение именно сенной палочкой. Если вы хотите, чтобы в прикорневой зоне стало больше сенной палочки в процессе мульчирования, то вот эту траву можно обработать биопрепаратами, которые сейчас разработаны именно для ускорения деструкции растительных остатков. Некоторые из таких препаратов содержат и Bacillus subtilis, кроме других микроорганизмов. Единственный момент – процесс разложения вот этой вот соломы или подсушенной травы, которой производится мульчирование, будет ускоряться, и, соответственно, надо будет постоянно обновлять эту мульчу. Надеюсь, что та информация, которую я сегодня рассказала, будет вам полезна, дорогие зрители. И до свидания. Желаю вам успехов.